Сегодня прекрасная в Мюнхене погода. 4 октября. Октоберфест закончился. Вот такая тишина, да, и никаких этих палаток и пьянок. Вот. Я иду мимо нашего фонтана Фортуна. Вот он. Не работает. Но место нашего Васи Пупкина, как его муж называет, ну, это бомжа, оно это все нормально, все на месте. Самого Васи только нет. Куда он делся, не знаю. Гуляет, наверное. Может, бутылки пошел сдавать. Он тут вот в этом доме у нас, вот тут, в сером. Вот тут вход. Вот тут. Вот. Тут бутылки можно сдавать. И, соответственно, брать новое пиво. Вот. Народ сидит, отдыхает. Хороший день. Грех не выйти на улицу. Очень классно. Я тоже пошла в магазинчик. Это у нас скоро тут откроется лифт на Изарторе. 5 лет делают, и вот уже скоро-скоро вот он уже готов. Вот он. Я его увеличила. Скоро здесь все уберут. И можно будет в метро спускаться не только вот так пешком, но и на лифте. Всем привет из Мюнхена!